Всем привет! С вами канал Мистер Кэт. Меня зовут Ван, и мы продолжаем наше путешествие по Скайриму. Я сейчас нахожусь на острове Солсхейм, и мы будем сейчас выполнять квест. Это последний спуск. Давайте поставим на него маркер. Так, крест Карелии. Он убежден, что где-то в самой глубине шахты покоятся остатки его прадеда. Вот, ну что ж, будем искать его остатки, и я просто чувствую, я помню, когда-то давным-давно я эту часть проходил, но и то без перевода, сейчас уже все нормально, ошибки, наверное, все исправлены, хотя это Skyrim, тут просто не обращаешь внимания на эти ошибки, на эти глюки. Ну что ж, друзья, давайте сейчас все прокастуем, всю магию, все наши плюшечки, всю защиту, и... отправимся. Также будем посматривать, что тут у нас есть. А, ну тут яблочки. Бочечка, наверное, с медом. А может и нет. Так, что тут у нас? О, давайте в режиме стелс. Это как раз добавит нам крит. Ой-о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 й. Класс. Так, кстати, я играю на легендарной. Так что вот, смотрите, все честно. Все на самой-самой-самой сложной, как говорится. Так, что тут у нас? А, ну, видимо, это просто шахта, и тут я особо... Я чувствую взгляды рассерженных духов. Нам здесь не рады. Где нам рады, ты скажи. Ну, ладно. Давайте сейчас отправимся все дальше и дальше, все глубже и глубже в эту шахту. Так, там я, по идее, был. Так что... А, ну, пусто-пусто. Конечно. Так, тут я вижу паутинка. Так, значит, должен быть... паук. Ага. Нас заметили. Ну что ж, теперь можно уже не красться. Ой-ой-ой, вот он, друг. А ну иди сюда. Ой, как тебя подкинуло. Это целые карусели, друзья. Пам-парам, пам-парам, пам-парам. Так, ладно, все, не будем тратить ману. А то... Так. У нас, пожалуй, пожалуются на... То, что мы издеваемся над животными. Нет, нет, я такого не хочу. Это ж паук, это плохой паук. Ну что ж, я вижу, тут тоже ничего нет. Лопатка, лопатка. Идем дальше. Ага. Ну это ящики принадлежат порту. Можно увидеть. Тут даже надпись, по-моему, да? Так, Восточная Имперская Компания, друзья, вот она. Ладненько, куча кирок, но это простые. Уникальную кирку я уже взял, так что все хорошо. Так, режим стелса, опускаемся все ниже, ниже. Я уже вижу тут... Так, стоп, он уже все готов. Чу, когда это я успел? Че, даже не заметил. Странно, конечно, но, ну ладно. Вот, пробираемся дальше. Все дальше и дальше. Ух ты. А, ну, видимо, это она прибежала. Тут в самом начале она там кого-то разваливала. И нам очень-очень сильно помогла. Так, ну, что ж, я вижу, мы уже добрались до самого низа. Что-то ведерца ничего нет. Да, вот он идет с самого верха. Видимо, они вытаскивают вот так вот. Представляю, сколько раз они мотают эту лебедку. Ну, ладно. Вот, давайте пробираться дальше. Эй, открывайся. Отлично. Так, что тут у нас? Ага, дверца. Так, ну, тут ничего нет. Ладно. О, кирка, не-не-не. Вот, эксперт, давайте сохранимся. Я вижу тут такие сундучки, скатулочки. В них очень что-то, наверное, есть ценное. Нет, нет. А, да что такое? О, о, где-то тут. Давай, давай, родной. Ну, а, чуть-чуть ниже. Нет, идет чуть-чуть выше. Блин, ладно. Так. Вот, вот, так, да. А, да что такое? Есть. Отличненько.
Так, 7 золота. О, рубинчик и кулон Восточной Имперской Компании. Кстати, мне рассказывали, что кто-то очень-очень неплохо их покупает, так что их можно будет собрать по всему острову. Вот, забираем. Отличненько. Ну что ж, ключик нам дали, замок открыт, ключом от шахты, который нам дал старик. Ну что ж, друзья, а тут, наверное, уже начнется более сложный этап, потому что мы пробрали в саму шахту, наверное, драурги будут. Дайте-ка я тут немножечко осмотрюсь. Ну пока как-то чисто. Ну, гробниц. Ага, ну вот, пожалуйста. Иди сюда, ты. Ой, хорошо. Ну, что ты, как тебе спалось? Ой, наша подружка уже начинает его разваливать. Мы его просто назад туда пили. Так, кто? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как он ударил-то ее сильно. Слышь, ты, друг, ты не наглей. Есть. Вот. Давайте обойдем там молниями. Собачка нам поможет, точнее волк. Магически, говоря, совсем-совсем уже не осталось. Так что я вот так вот юзну. Пам-парам, пам-парам. Я бы такой сейчас, честно говоря, по-моему, он заглючил. Да? Да, тут такое часто бывает. Просто такой думает, блин, у меня дышка в голове, я больше никого не хочу бить. Все, хватит меня, это Скайрима и Солсхейма, я пошел. Кстати, кто это меня бьет, я не пойму. А, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья. А там-то оказывается друг, который дамажит так втихаря. Слуга своя, пиво, жизнь у меня-то кончается, ничего себе. Какой хитрец-то. Ладно, мы отхилимся. Сейчас мы с тобой, друг, разберемся. Давайте сохранимся на всякий случай, потому что вот такие вот моментики и разваливают. Ой, ой. Ай, не успел. Ладно. Так, что тут у тебя? Лук, стрелы будем собирать, они все равно ничего не весят. Ага. Стоп. Это призванный? Не, это не призванный. Давайте на него зачаруем. Блин, у него столько жизни, не пойму. Ага, это она кастует у него. Так что он, наверное, убегает. Просто убегает, но ему некуда убегать. Там стенка, и он такой, блин. Вы посмотрите на него. Она просто мега-мега мастер. Молнии, мороз. О-хо-хо, урона влетает. Ладно, давайте сейчас попробую немножечко подождать. По-моему, камни души мне еще остались, так что будем заполнять их, конечно, потом будем прокачивать, зачаровывать вещички. Вот, вот пора. Пора, я думаю, все. Ну-ка. Ай, ну да, я попал в собаку. Есть, душа поглощена. Отлично. Просто отлично. Ой, монетку не взял, да? Да, 9 монет взял. Ну да ладно. Так, кто-то там еще ходит? Да. Да что такое? Сколько вас тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, увидели это. Вот это вот ловушечка. Ты, кстати, там сильно не ходи. Ой, сейчас ей будет плохо. Или нет? Нет? Нормально все? Вот. Стой, 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 стой. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, отличненько. Дай, дай, я заберу его душу. Ну, последнюю, да. Отлично. Ну что ж, друзья, я хочу тут немножечко осмотреться, потому что мы так быстро пробежали, и, по-моему, я пропустил там сундук. Так что давайте вернемся, в урночки позаглядываем. Ой-ой-ой-ой-ой, бедняжка, зацепила ее чуть-чуть. Да, вот это вот, классно мы его втоптали просто на свое же место. Вот, да, вот сундук, и что же тут? Стеклянный шлем, кстати, он довольно дорогой и весит очень мало. Это легкая броня, так что давайте-ка я его заберу. Так, свиток гармонии, существуя люди уровня 12 и ниже не сражаются в течение 6 секунд. И черный камень душ.
Человеческую душу может поглотить. Это очень-очень хорошо. Ну, правда, сейчас, наверное, они мне не попадутся. Ну, да ладно, не беда. Так, давайте сохранюсь. Опять все на себя прокастую. Защита. Блин, он просто все забрал у меня. Ну что, режим стелс, и пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Не спеша. Блин, да что ж такое? Только что сохранялся, ладно. Ну-ка. О, друг, привет. Ну что ж, такая вот у нее судьба. Ага, и по-моему кто-то там отдыхает. Ладно, давайте потревожим его сон. Получай. Вот, Драурх. Пока он разберется, что там и как там, мы с ним уже справимся. Кстати, куда это он погнал? Эй! Блин, опять я этого песика задел. Ну что такое? Посмотрите, он просто бегает в заднице с этим шилом. Я его соболезную, честно. Вот. Ух ты. Вот, отличненько. Встал второй друг. Этот, по-моему, посильнее. Вот он. Да, смотрите, у него жизни уже побольше. Да-да-да, уже не так-то мы ловко справляемся с ним. Жизни у него по чуть-чуть уходят, но ничего страшного. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, ага. Бедненькая страдает. Да будет свет. Такой. Класс. Давайте немножко и поможем. Вот так. Да. Класс. О. Ну, давай, 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 давай. Так, среди оружия у меня, по-моему, есть... А, да, у меня был. Был, пока я не отдал нашей подружке. Вот, решила она опять песика вызвать. Он опять призадумался такой. Турун, тутун. Да, столько льдинок у него. Он, конечно, призадумался-то. О, давайте зарядим еще одну. Стой, 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 стой. Ну, отойди. Вот, отличненько. Ну, теперь просто ждем. Ах, душа моя. Такой приятель призадумался, такой, да, как же мне выбраться отсюда? Ну, что ж, у него всего 13 монеток, и давайте посмотрим. Так, что тут пусто, пусто, ну, читай, Ванька, Ванька, читай. Пусто. Ну, вроде бы как бы тут больше ничего нет, две монетки. Странно думать, что в этих чертогах когда-то жили древние норды. Угу. Да уж. Мокро, сыро, темно. Не позавидуешь. Так, взяли лед. Стелс. О, зелье лечения. Как хорошо, что я в нее заглянул. Ой-ой-ой, что-то это мне место не очень, вообще не нравится, так что и сохранюсь. Давайте, наверное, я вызову нашего славного дружка Даэдру и поехали. Поехали. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой, тут что-то их очень-очень много. Просто все повылазили. Ого, друзья. Кто-то сваливает, я вижу, вон, смотрите. Кто-то дерется. Пам-парам-парам. Веселуха, как говорится. Да! Класс. Давайте Даэдра поможем. Ой-ой-ой-ой-ой. А, ну все, закончилось. Я понял.
Так, кстати, что у меня там за посохи? Оружие. Так, очарование. Нет, очарование не хочу. Я лучше тогда кого-то вызову. По-моему, душа четверочка, а это у меня лук. Да? А, нет, это не лук. Это... это вот этот вот друг. Так, дайте посмотрю. Захват души. Ледяной шип. Приглашение Шугу. Ну что ж, видимо, у меня так и не стоит на колдовстве призвать лук. Давайте вот так сейчас призову. Опа! Ну, кстати, 50 стрел, так что я, честно говоря, уже не пойму, в кого стрелять. Тут какой-то такой гоп-стоп. Ну, главное, тут никого нет, и это самое лучшее. Ого! Ага, развалилась наша... Нет, друг! Давай. Поехали, вот так вот. Блин, жалко, что... Ой, я, честно говоря, подумал, что это он уже на меня сагрился. Так. Магия. Колдовство. Ну, лук. Да, лук. Конечно же. Вызывайся. Ну, мы сейчас до ядра поможем. Ой. Какой-то друг пришел помогать. Раз. Готов. Кстати, нужно будет... Ой, ты ко мне? Нет. Вот, бей их. Меня не трогай. Вот, ну тут просто можно вот эту толпу стрелять и по-любому в кого-то попадешь. Ой, кто-то там хилится. Наша, наверное, подружка хилится. Тут, я представляю, какой сумасшедший просто дамаг она получает. Ай, сори. Сори, я не хотел. Но я, блин, дал нашу Джанну. Стрелу запустил. Так, чувствую, сейчас она на меня сагрится-то. А, у нас некому помогать-то, друзья. Ой. Ого. Отлично. Как он разносит-то. Ай-яй-яй. Все. Я понял намек. Давайте поднимем уровень, потому что... О, что он на меня сагрился и просто разваливает. Так, здоровье, магия. Здоровье, запас сил, магия. Я думаю, магия. Да. Ну что ж, мы, кстати, в зачаровании только 61-е. Нет, оружие я вообще не буду качать. Иллюзия. Колдовство. Вот, кстати, колдовство. И здесь, если мы выберем похититель душ, то призванное оружие захватывает души врагов. Вот так вот, друзья. Можно будет стрелять с лука, и душа будет захвачиваться. Это будет экономить нам как бы время. Не надо будет кастовать отдельно магию. Или же взять... можно уже прокастовать более мощное огненное. Это жаркое пламя. Урон от огня. Обращать противника в бегство, если уровень здоровья низок. Вот так вот. Так что я так и не поднял перку. Так, восстановление. Восстановление не хочу. Просто не хочу, не буду. Колдовство, я же все же маг. Алхимию. Мне бы, конечно, алхимию прокачать. Но. Так, а что это? Двойное колдовство с двух рук держится вдвое дольше. Нет, давайте вот. Похититель душ. Вот так вот сделаем. Так. Кстати, наверное, я поставлю, чтобы мне быстренько было вот призванный лук. Давайте его выберем, и я поставлю его на пятерочку. Вот так вот. Вот, потому что пользоваться я им уже буду часто. Раз. И сейчас как раз проверим. Душа захвачена. Что-то не было вот этого вот звука. Ну да ладно.
обойдемся без звука. Ой, стрелы вот эти вот дайдрические, призванные, тут плавают, летают, непонятно, что с ними происходит. Нет подходящего камня душ. Ну, конечно, сколько же тут камней душ надо. Ну что ж, друзья. Неплохо, мы тут зачистили локацию. Защитные чары. Всевозможные. Троечка, и пойдемте дальше. О, кстати, тут и сундучок. Он на мастере. Ну что ж, будем ломать. Будем ломать его. Или будут ломаться у нас отмычки. Так, давай. Да, что такое? Я даже еще примерно не знаю, где он, блин, открывается. Нет, нет. Да что такое? Прошел час. Прошел второй. А Ванька все открывал мастера. Так, это уже не смешно. Ага. Где-то здесь. Ну-ка, ну-ка, давай. Ну ладно, мы приблизительно знаем, где он. Да? Не-не-не-не-не, я слышал. Давай, давай. Есть. Отлично. Ого. Стеклянный боевой молот. Бессилия. Блин, какой же он красивый, друзья. Вы посмотрите. Класс. Ну что ж, отнимаю 25 единиц запас сил. И весит он очень много. Но, тем не менее, его заберу. Эльфийская секира пламени. Ничего себе, сколько тут няшек-то. Ого. Класс. Забираю. Мы продадим сапоги, монетки и посох обморожения. Струя холода на 10 единиц урона. Ну, честно говоря, он очень слабенький, не сильно дорогой, весит 8. Ну, если что, я его возьму, продам. А вдруг больше ничего интересного не попадется? Хотя это вряд ли. Позабираем у ребят, которые так и не встали, а все рассуждают о жизни, монетки. И пойдемте дальше. Мне хоть сюда? Не, мне, по-моему, туда. Да, мне туда. Давайте включим режим стелс. И давайте же отправимся дальше. Осматривать эту локацию. Так, тут камень душ. Вот, теперь мы уже кого-то можем зачаровать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья. Ага, по-любому этот дядя охраняет, да? Или нет? Нет. Ух ты. Так, шлем все дела. 9 монеток. Ну, это простые доспехи, так что их брать не буду. Ну что, не совсем простые. Тут очень крутой шлем. Он мне нравится. Такой с рожками. Ага, аметист, монетка и зелье. Зелье силы. Так, микстура берсика. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Как он подкрался-то? Ничего себе! Ого, друзья! Вот такой вот друг. Он просто мощный, очень мощный удар провел на мне. И давайте сохранюсь. А я такой расслабил булки. Обалдеть. Ну да, я же был в режиме стелс. Так что это вполне все логично и понятно. Так, монетки. Я смотрю, тут всех нормальненько так монеток. Можно пособирать. Так, если книгу возьму. Бывают кнопки какие-то срабатывают. Ага, там воин, тут лучник. Они как будто тут что-то... О, паралич, прах вампира. Ух ты, камушки. Отлично, все позабираем. И вот она. Нет, не подружка наша. Эй, пропусти, это стал грим. Немногие рискнули бы проникнуть в эти руины. Нехватку мудрости ты компенсируешь храбростью. Вот так вот. Будем добывать, может, будем собирать его. Ну, конечно, можно будет его и купить, но тем не менее. Блин, жалко, что из этого стал грима и нельзя сделать какую-то крутую магическую броню. Кстати, вот я помню тут комплекты брони, а магическая броня тут добавилась какая-то? Если добавилась, то, ребята, пожалуйста, напишите мне в комментариях.
Потому что я, честно говоря, не помню. По-моему, нет. Только там легкая, тяжелая броня. Я знаю, Сталгрим тяжелый есть. Тяжелая броня Сталгрима, а вот легкая. Ну ладненько. Так, сохраняемся и пойдемте дальше. Ага, ой, смотрите, тут еще лаборатория. Ингредиенты. Отличненько. Зелья. Вкусняшки. Ой! Давайте попрыгаем. Да, ну там уже ничего нет, ладно. Пусто. Корешки. Пепел. Оп. Так, стоп. А что это было за зелье? Или мне показалось? Да, зелье хождения по воде, друзья. Позволяет ходить по поверхности в воде в течение 6 секунд. Это только вот это зелье, а есть еще магия. А нет, не магия. Не магия, а сапог. А вот интересно, магия такая есть? Что-то на себя кастую, что, наверное, есть. И она добавилась именно после дополнения, вот это, после последнего DLC, как вышел уже, по-моему, легендарный. Она уже тут была, или просто в DLC. Это очень-очень круто. Ну, надеюсь, я ничего не путаю, господи! Оу, что это за хоррор такой? Все, мне хватит и того. Я их просто пособираю. Вот, отлично, она согрелась просто-напросто на подружку. И это мне очень помогло. Приглушение шагов, защитные чары, стелс. И пойдемте. Пойдемте дальше. Ага, ну здесь по-любому какие-то ребята будут. Ого, а тут уже ходят рогатые. Рогатые уже намного сильнее. И, кстати, несколько. Давайте кого-то сагрим. Вы посмотрите, я вообще не отнял у них жизни. Все, бежи, бежи сюда, друг. Сейчас мы тут будем с тобой разбираться. Да, мы здесь. А ну, пошли, пошли, замани его. Замани его, говорю, не иди туда. Там сейчас все они соберутся. Вот, вот, они могут кричать. Это уже не те ребята, с которыми мы разбирались. С этими уже будет намного все сложнее. Давайте вызовем помощника, очень крутого помощника. И будем дамажить с лука. Прокачивать как раз лук. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, надо быстренько помогать, потому что он наносит очень мощный урон. Дайте как. Да! Бедная подружка, она тоже пострадала. Ну, ничего страшного. Вот, давай, давай. Кстати, мы вот это... Я что, попал? Я снова попал в эту девочку. Ого. Так. Кстати, заметили, что стан на нее не работает? Или просто заряды закончились? Наверное, заряды закончились. Нужно срочно взять у нее оружие и перезарядить. Вот. Кстати, наверное, надо будет и душу его забрать. Ну, по крайней мере, попытаться это сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Живи. Живи, подружка. Ой-ой-ой. Он, кстати, побежал... На другого согрелся, да? Ой, что это было? Ага, нет, работает еще стан. Вот, отлично. Давай. Так, что я до сих пор сижу? Вызываем лук. Раз. А, нет подходящего камня душ. Ну ладно. Кстати, у него эбонитовый меч, я их буду забирать. Ну, по возможности все. Они очень дорогие. Класс, давайте сохранюсь. Опять же, прокастую все заклинания на себя. Правда, у меня закончилось уже. Ой-ой-ой-ой-ой, там этот лучник. А ну, давайте пойдем поможем. А ну, друг, что-то там крутой такой, да? Ну да, крутой, просто с одной подачи он меня вынес. Просто вынес. Ого! Друзья, вот это вот... Навесиком... А,
попал, но еле-еле. Кстати, если он меня попадет, это мне будет крышка сразу. Так что давайте хотя бы защитные чары на себя нанесу. Так. Ой-ой-ой. Так. А где этот? О, господи. Надо срочно бежать помогать. Куда идти? Блин, где эти ступеньки? Ага, вот они аж тут. Ладно, бегу. Держись, друг. Так, сюда. Вот, поехали. Ну, дайте-ка зайду сзади. Вот так вот. Да! Отлично. Бэу. Ага, все, бэу, добылкался. Ага, ну, видимо, его переклинило опять. Кстати, это уже довольно частый глюк, я заметил. Может, это из-за того, что очень много персонажей нападает на него, и он просто стопорится. Вы посмотрите. Уф. Не, ну, на самом-то деле, он просто понимает, что это все. Зачем ему дальше сражаться? Он обдумывает все. Тут не просто, как говорят, глюк или не глюки. Тут просто психология, друзья. Простая психология. Он просто понял все, осознал и понял, что я вообще буду сопротивляться. Кстати, если я буду сам его убить, это будет до бесконечности долго. Так что, друг, давай, мне нужен твой очень мощный дамаг. Давай, справляйся. Вот, отлично он его дамажит своим огромнейшим дайдрическим двухручным мечом. Это огромный просто физурон. Ну и мы тут будем пукать магическим урончиком. Драур, мой начальник. Так, магия. Кстати, может лучше их огнем-то пулять-то в них. Давайте, наверное, поставлю огненный шар. Огненная руна. Вот, огненная стрела. На троечку пока. Потому что что-то уж больно слабенько. Да, все же огнем, по-моему, дамажит больнее. Так что пускай будет огонь. Раз. И... О-хо-хо-хо. Кстати, он еще не умер. Он не умер. Это еще крепкий орешек. Ну все. С двух рук. Ой, как все потемнело. Так, включаем свет. И дайте-ка я тут немножечко смотрюсь. Кстати, где наша Дженна? А, вон она внизу бегает. Она просто испугалась. Бедная девочка. Да, да тут бы каждый испугался. Кстати, нужно будет посмотреть ее посохи, перезарядить их сейчас. А я пока тут немножечко осмотрюсь. Нет врага отвратительнее, чем ходячий труп. Ух ты, дверь? Ничего себе. Я не ожидал, друзья. Я не знал, что тут дверь. Ого. Ну, давайте посмотрим. Кстати, тут ученик. Может, это какой-то секретик или... Можно как-то скоротить. Вау. Чего себе? Вы посмотрите. Ух тычка. Именно отдельная комнатка. И тут залежи сталгрима. Класс. Ребята порадовали, разработчики. Так. Ну, тут все. Просто пару рун. И давайте добудем эту руду. Вау. Кстати, вот это вот я никогда не находил. Это впервые. Блин, это, конечно, здорово. Ну, давай, добывайся. Интересно, сколько она весит. Блин, я чувствую, наберусь тут скоро. Ну, ничего, если что, что-нибудь повыбрасываю. Жалко, что тут нет магии пометка. Так бы поставил пометку. Телепортнулся. Ага, тут какой-то драурх. Кстати, что у него? У него железная броня и 7 монеток. Ну, ничего ценного. Это, видимо, сделали специально
Самое ценное тут стало грим. Это руда, которая тут не так-то много на острове. Вот так вот ее не просто найти. Это даже нам говорили. Так, пойдемте дальше. Быстренько давайте пробежимся. А, где наша подружка-то? Эй, подружка. Мы с тобой чем-то похожи. Так. Если ты так хочешь. Вот, эльфийский топор, совсем сдох. Что тут у нас дальше? Ледяной буря. Отворота, питомца. Ну, вот молнии можно, шипов. Ну и все. Давайте это все зарядим. Оружие. Тан-таран-таран-та-тан. Ага. Вот. Ледяной буря. Т. Большой. Большой. Ладно. Дальше. Шипов. Большой. Дальше молнии. Крохотные. Кстати, можно было просто крохотные. Я большие порчу. Крохотный. Маленький. Питомца. Маленький. Ну, кстати, роза. Роза тоже уже сдохла, так что давайте ее тоже будем. Ну, по-моему, все. Да. Пошли. Теперь давайте отдадим. А, стойте. Пошли. По-моему, я не сделал. Да, эльфийский боевой топор. Эй, нет, вылаживать я его не хотел. Я хочу его зачаровать, друзья. Обычный. Ну, достаточно. Так, ну Да. что ж, подружка. Если ты так хочешь. Так, оружие. Очарование. А, его я, по-моему, не могу дать, потому что он квестовый. Вот, ледяная буря, шипов, молний, обморожение. Вот этот вот, питомца. Нет, розу я оставлю. И, кстати, можно дать вот этот огромный эльфийский секиру эльфийскую, и она тоже будет ей сражаться. Это очень-очень круто. Ну, пока сделаем так. Давайте Пошли. сохранимся и пойдемте дальше, друзья. Ух, осматривать. Ух, какой каминчик тут классненький. Модно, модно. Так. Включись-ка свет. Я знаю, что у тебя отличнейший лук. Это стеклянный лук. Давайте его заберем. Аметист и костяная мука. Тут, кстати, хождение по воде. Их очень много поразбрасывали, я смотрю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, эксперт, друзья. Давайте-ка я сохранюсь. У меня осталось 12 отмычечек и... Это будет не так-то просто. Блин. Вот, где-то здесь. Ну что ж, поехали. Так, я запомнил. Я запоминаю вот по краю замка. Давай, давай. Есть! Чего себе! Ого, вот это вот уровень, друзья. С первой попытки. Так, эльфийский щит, подавление электричества, увеличение сопротивления электричества на 50. Ого, отлично. Классная вещичка. Не зря ломали. Ну что ж, можно снять зачарование, можно взять сапогов, а также эльфийский щит, подавление электричества снять. Ну что ж, снимаем. Да, зачарование качается, уже 63, а нам нужно намного больше. Ну что ж, пока я здесь, я могу нанести какие-то зачарования. Кстати, у нас даже маленьких не осталось, у нас обычный. Ну ладно. Повышение магии, взлом, иллюзия, колдовство. Вот, навык стрельба, уже луки наносят на 7% больше урона. Отлично. Дальше можно взять предмет вот это вот колечко, камень душ, черный, обычный 12. Также можно повысить стрельбу. Если одеть эти вещи, уже будет плюс 14. Обычный.
Так. Давайте абонитовый меч прокачаем. Я чувствую взгляды рассерженных духов. Нам здесь не рады. Рассерженные. Вот давайте на страх. Да. Стоимость 1000. Отлично. Зачаровываем. Так, что же тут можно еще зачаровать-то? Лук. Обычный. Зачаруем его на... Жалко, что у нас паралича нет. Давайте опять на страх. И... Не, кирку я не хочу зачаровывать. Может, вот эти вот шмотки... Не, хотя нет. Все, хватит. Отличненько, мы зачаровали. Можно будет уже эти вещи неплохо так продать и накопить определенную сумму. Мне, кстати, денег тут очень-очень много надо будет. Вот, нажимаем. И что? А, видимо, там вот открылось, я понял. Увидел. Тут больше ничего нет. Так что, друзья, идем дальше. Блин, вот это вот да. Как же тут здорово-то. Все, кастуем. Режим стелс. Ой-ой-ой. Вот, видите, там огромнейший камень. Ну, это большой. И, по-моему, он очень больно дамажит. Вызову лук и попробую его сбить. А, мимо. Есть. Вот он упал. Ха-ха. И теперь можно подходить и забирать книжку. Кстати, что это за книга? Том заклинаний ледяной шип. Отлично. Как же мне туда попасть-то? А, вот. Понял. Такой намек. Понял. Ух тычка. Ничего себе. Смотрите, где они спрятали. Ну, адепт я сломаю. Без особых усилий. Вот так вот. Лечение. И отмычечка. Пойдемте дальше, друзья. О-о-о. Так. Ну, там больше ничего нет. Ух ты, что это такое? Огненный шар. Ну, свитками я особо так не пользуюсь, но их можно очень-очень неплохо продать, друзья. Так что будем забирать. Кстати, они весят вообще ерунду. Такой вот пьедестал был для этого камня. И я помню этот момент, по-моему, он дамажит огненный шар. Вот этот вот очень мощная атака плюс аура урона. Это просто жесть. Мне бы, наверное, с первой подачи просто развалило бы в хлам. Ой-ой-ой. Как же тут прикольно. Кстати, вот ловушка. Да? Да, это ловушка. Будем надеяться. Ага, еще одна. И непонятно, то ли мне туда. Наверное, туда. А что же здесь? Шанна пострадала. Эй, кто выключил свет? Прикольно так залючило. Обратите внимание, руки мои видно. Обычно их не видно. Ну, ладненько. У меня 11 отмычек. Очень-очень мало. Ага, тут щит, булава и монетки. Я возьму только монетки. Вот так вот мы постараемся не попасться на ловушку. Ой-ой-ой, как же круто сделали. Вот такой вот ветерок. Это так атмосферно, друзья. Просто нечто. Вау. Ничего себе. Как же здорово, вы посмотрите. Какие-то ворота. Блин, ну это жесть. Эх, друзья, очень жалко, что время истекает так быстро. Ну, так вот. Ладненько, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу, описание внизу. Все. Всем огромное спасибо, что смотрели. Меня зовут Иван, это мой канал Мистер Кэт. Всем пока.
Вау! На это можно смотреть вечно. Просто шедеврально.